Да что ж такое? Куда? Это мы купить хотим. Куда вы идете, Саш? Да, вы что, вы товар наш отдайте? Саш, я иду туда, не за мной иду. Почему? Туда вам нельзя. Почему вы же наш товар отдадут? Товар дайте наш. Служебное помещение, выходите. Товар дайте. Товар наш там. Товар дайте. Почему нельзя, где написано? Вам какая разница, кто такой? Иди гуляй, Вася. Вы кто такой? Гуляй, Вася. Ты кто такой тогда? Гуляй, Вася. Чего говоришь? Сейчас погуляешь. Снимай. Там надо кнопочку нажать, чтобы снимало. Положили. Вы можете нормально снимать, у вас так плохо будет видно. Ну нормально. По кайфу. Не хватает только же есть. Же есть и высвечим. Чида. Это, ребят, смотрите. Тут у нас есть Маша. И ее обманули не в Бургер Кинге, а ее обманули где? В Билле. Наши любимые. В Билле? Да. И что же там было, вкратце? Продали просроченное детское питание и не вернули деньги на 2000 рублей. А где питание? А питание изъяли у нас сотрудники полиции, по моему заявлению. Угу. Но я просила им вернуть денежные средства еще до изъятия товара у меня. Они отказали, да? Да, они отказали. Ну все, пойдем. Там же у нас есть десант. А какой адрес это? Сычевский вал, дом 31. Петро Маринович. Конечно. Вот она. Ну, оплачиваем, я имею в виду. А что? А? Конечно. Явно платим. Что у тебя тут? Там четвертая. Где? Что, оплачиваешь? Конечно. Что, вот эти замечательные люди, которые тут работают, тебя обманули? Да, только пока я не вижу. Тут главная кассирша такая блондиночка. Вот, блин, она мне как раз все это дело. Она мне как раз все это дело пробивала, и она же мне отказала. Там она звонила директору тогда, и я сказала, а она кто? А она кто? Она была главным тогда кассиром. Но это было вечером. То есть как бы уже все тогда разбежались, разошлись. А потом вы обращались с претензией какой-то? Да, написали претензии, мы сказали, как бы, или верните товар, мы вам вернем деньги, или там приносите непонятный для меня акт. Я юридически неграмотная, я не могу сказать, что именно они имели. То есть без товара вам деньги не вернут. Как я понимаю. Подождите, не уходите, звоните. Не уходите. Вот смотри, что случилось, иди сюда. Что случилось? Я не знаю, какие-то подписи сейчас ставить, я понятно. Где ты подпись будешь ставить? Чеки. Да требуют они ставить подпись. Вчера вот сотрудница магазина, я краем уха слышал, была на обучении. Да. И там ей сообщили, что непременно у покупателя нужно отбирать подпись. И отпечатки пальцев? Ну, может быть, и дактилоскопию, не знаю. Вообще, я локоть могу оставить. Пальчики. Ирина, вы нам нужны именно вы. Ирина. Это они уже обучение проводят, когда люди ждут? Да. Что нужно сделать? Я не понимаю. Не знаю, чего вы не отпускаете покупателя? Он купил его карту, он его карту расплатил. Нет, такого не было, он первый раз. Как не было? Только что карту дали. Я тут не могу карту. Я не знаю, он срок дал. Давайте я распишу. Пожалуйста. Что от меня требуется? Не его карту. Я что, 50 тянул, что будет объяснять? Где ставить подпись? Масовский символ. Аккуратненько. Заберите в руки, потому что может сгореть. А почему методом расписали? Это знак? Ну что, у нас, наверное, будем пожарем ответственного, наверное. После этого знака пожизненная диарея. Ответственно. Ну давайте вашего верховного командующего сюда позовите. Верховного жреца? Да. Давайте, где тут стольчики-то есть для покупок? Новая серия. А? Где тут стол для покупок? А здесь запись имеется? Да, кстати. Сейчас почитаем. Нет, я. 22 марта не было ответа. Владимир, займите свое рабочее место. Ну, я пока не могу, там нет стула. Специально? Специально. Так, Билла, Сычевский вал 31, строение 1. Там какой-то срач. Так, последний. Я люблю с конца.
24-го. Сегодня. Касса работает две. Ну да, я, кстати, в безумной очереди. Там совершенно согласен. Составлена просьба администрации на то, что... Опять касса. Естественно, мало. Я без ответа все. Меня зовут та-та-та-та. Меня Оскар объявляет то, кстати, что... Кстати, еще претензия нашего не продали алкоголь. Контролера Валька. Какие у него претензии были? А ему не вернули тоже денежные средства по факту продажи просроченного детского питания. Он тоже просил деньги вернуть, а ему отказали. Это вот это? Как же он мог так просить деньги вернуть, например, за просроченное детское питание? Так не бывает. А, нет, я... Так, отец просрочек, что ты скажешь? Батя! Подождите. Подкралась ко мне сзади. В мою корзину с выбранными мной товарами и изъяла у меня 3 единицы товара. То есть кто-то, сотрудница магазина залезла в корзину кому-то и украла товар прямо из нее. Приносим извинения, проведена. Вот наш контролер Валек. У него так украли, получается. И что ответили? А, вот Станислав узнаю. Ответ. В вашем магазине было куплено просроченное детское питание. Ответ. Уважаемый покупатель, приносим вам свои извинения. Мы готовы вернуть денежные средства предоставления испорченных продуктов. Приносим вам свои извинения. Готовы вам вернуть денежные средства при возврате продуктов, которые вы приобрели. У меня же изъяли. Изъяли полицейские, да? Полицейские, да. Как интересно, сегодня будет то же самое? Думаю, да. Я сегодня намного накупил, на самом деле. А вот 22 числа, когда мы писали, тогда еще не было ответа на мою претензию. Радует, что отвечает. Да. Вы не раз согласились с этим. Нет. Туля, ну где же наш кассир? Я тоже бегаю по магазину, я могу. Зачем? Она кнопку нажимает и вызывает. Вон, той кассе. А большая разница? 50 рублей? Ну подождите, сейчас они срок нам... Нет, сейчас уже сбросили. А, сбросили? Ну, да, по той цене нормально? Ну я, потому что я ученый уже, потому что я уже сразу задал вопрос. Интересно. Разница-то не... А, то есть вы отказались от покупки товара, что ли? Нет, ну, сделали ту цену. А, сделали ту цену, да. Все, да. Молодец. Как бы нет, ну потому что там 2 рубля можно заметить. Вы большой молодец. 159 и 107. Ну да, да. Все, пошли его. Затратительное поведение покупателя. Она морозится. А заморозил двойной спрос? Да, двойной спрос. По многочисленным просьбам зрителей и покупателей в данном магазине приехали. И подтвердилась информация о том, что в магазине огромное количество просроченных продуктов. Персонал безграмотный. Вот ждем. Ничего не могут даже так нам ответить. Так ты покажи, что там продавалось-то. Или чтобы по два раза не объяснять. Сейчас подойдут, наверное, на стойку информации. Да. Что-то очереди меньше стало. Видите, чек сами подписывают. Не дали. А это мы вырежем. Вот вас звал покупателю. Сосисочки продают. Туда показывать. Коля, обернись. Там тебя человек ждет. Ну вот человек нашел вас. Тут целое общество обманутых покупателей, что ли? Кошмары. Продавшая его девушка Мария. От действия данного магазина. Тише. Чего? Просто на кассе отказались пробивать вот этот товар. И бросили сюда после этого, потому что... Мясо? Типа он без маркировки. Но она взяла кассирша и просто положила его в холодильник. И это нормально. Пускай следующий кто-нибудь возьмет. И поэтому мы его тоже заберем. Товар свой тоже, давай. Да что ж такое? Нуля. Это мы купить хотим. Да и мы что это. Что принесут-то? Я хочу купить, мне ничего не принесут. Мне ничего не надо. Мы хотим вот это, дайте нам, дайте. Что говоришь? Нуля. Нуля, не буди. Нуля, не буди. Нуля, дай сюда. Куда вы идете? Саш! Куда? Вы что, не отрываете?
Вы товар наш отдайте? Саш, я иду туда, не за мной иду. Почему? Туда вам нельзя. Почему вы же наш товар отдадут? Товар дайте наш. Служебное помещение выходите. Товар дайте. Товар наш там. Товар дайте. Товар что вы? Да. Нет, ну, сейчас он без купить. Я его убираю. Дайте нам товар, который нельзя вас молодые люди. Почему нельзя, где написано? Кто вы такой? Вам какая разница, кто я такой? Да подойди, гуляй, Вася. Ну кто такой? Гуляй, Вася. Ты кто такой тогда? Гуляй, Вася. Чего говоришь? Сейчас вот погуляешь. Зачем матом ругаешься? Да, не ругайся. Человечек в голубом. И чего? И она просто кинула. И она просто кинула этот товар туда же и потом опять забрала, да? Да. А сейчас выставит опять. И вот какой-то там он начинает сейчас узнать, что это такое. Ну его останавливаю уже. Так что товаром-то с нашим? Снимай. Там надо кнопочку нажать, чтобы снимала. Неплохо. Что? Да. Ну где наш товар? Я хотел. Ваш товар? Ну да, я взял его с полки. Нет, вот она Туля вот взяла. А как она у вас? Его забрала из рук, что ли? Ну, мы его на кассу положили. Вы можете нормально снимать, у вас так плохо будет видно. Ну нормально, по кайфу. Не хватает только же есть. Же есть и высвечим. Чида. Это, ребята, смотрите. Товар вы положили на кассу. Да, хотел купить. Для начала. Александр, руководитель управления маркетинга. Маркетинга? Маркетинг. Сухой ассортимент, мясо не мое. Ну нам бы повыше какого-нибудь руководителя. Вот Ирина, она кто? Ирина руководитель кассы. Кассовой зоны, да. Нам бы вот руководитель магазина. Управляющий, к сожалению, на больничном. Она будет в пятницу. Так кто замещает его? Вместо нее остается руководитель кассы, руководитель, который здесь есть, соответственно, я. А кто его больше, Ирина, вы? Ну, без разницы, одинаково. Но в бою победит он. Не будем проверять. Ну проверять, конечно, не будем. Но я смотрю, вы наверняка догадываетесь, чем дело, наверное. Ну, не первый потому раз, что, конечно. Вот, видите, вы останавливаете неадекватных граждан с их поведением, недостойным. К тому же, неизвестно, кто это вообще. Ну, конечно, кто это. Ладно, не будем провоцировать друг друга. Почему? Ну, зачем? Для чего? Для чего нервы трепать? Рассказать для чего? Я знаю, зачем. Вот, ну, так давайте будем. Нет. Смотрите, давайте посторонние отсюда уйдут. Смотрите. Давайте посторонние отсюда уходят, и мы с вами общаемся. Вот этот мне не нравится. А он покупатель этому. А, он покупатель? Ну ладно. Смотрите, по поводу мяса, да, вот рассказывайте. Вы положили мясо на кассу, хотели его приобрести. Конечно. Так, в чем проблема? Она забрала у вас его? Да, и туда убежала. И туда убежала? С этим мясом? Я думал. Нет, сначала она его бросила опять в холодильник. К мороженому. Где мороженое лежит. Мы его тут достали, опять его на кассу, и она уже схватила и прибежала себе. Да? Сейчас, секунду, подождите, я разберусь. Я просто думал, она хотите забрать. Нет. Ну что, же есть-то. Чида. У меня это забыл крышку снять из-за тебя. А я же говорил. Ты вот мне до этого толкнул. Так, ну что, мы ушли вообще за хворостом, на самом деле. Каким хворостом? Собирать хворост. Сейчас без. Говорят, налогом не облагается сбор хвороста. Куда? Хотя меня заинтересовал чедашник, который как бы заходит туда, куда нельзя заходить. Он не заходит. Не, он за этого заходил. Так и ты заходил. А там ничего не говорит, что сюда нельзя. Я даже покажу, она открывается. Любой может совершенно спокойно взять, открыть и зайти туда. Она сколько секунд держится тебя? Типа? Ну, да, наверное. Я сейчас сначала думал, что тут стена такая опускается и все. Как в бункере. Так, или она с той стороны что закрывается? Нет, вон там нижняя кнопка есть. А, все равно. Не убей никого, только эта фигня. Ну, видишь, тут служебным помещением тут и не пахнет, да? Хотя на страже Чида стоит. Чида, он сегодня у нас не в теме, кто мы, и поэтому... Ему повезло, что его умные не остановили, а так он просил прощения на коленях. Ты расскажи, ты все детское питание проверил? Нет. Ну, передние. Вот сейчас помощник, может быть, нам поможет, вот и сейчас будет проверять. А можно нам самое старенькое какое-нибудь, вот там, до апреля? Есть там такое? До мая прошлого года. Просроченного нет? Нет. Как-то? Я уже снимала до 4. Как? А вот можно вопрос? Если вы тут снимаете, вот такие вот вы снимаете, нет? Да, снимать надо. А, надо снимать все-таки. Ну, тогда мы сейчас будем помогать, потому что таких я вижу много, а вот настолько вот это немного, но вот есть, да? Тоже можно снимать? Да.
Видите, ну давайте помогать тогда мы. Вот нам еще помогает, давайте. Вот еще. Ну это ладно. Это нормально? Это ладно. Ну тут молочко замятый уголок. Да, выгляди, порвется. Не хотелось бы, да? А то идешь, случайно может. У меня, кстати, много раз было так. Идешь с молоком, или особенно когда несколько раз, да. И прям рвется с уголка чуть-чуть. И оно вытекает. А что происходит, правда, мне интересно. Ну что, посмотрим. Так это мой товар, я еще не спрашиваю. Зачем мой товар лазить? Не-не-не, это с нашего. Ну понятия, я вообще первый раз этого человека вижу. Не, Юрий это. Юрий? Какой Юра? Я не вижу никакого Юра. Я один пришел, это мой товар, что вы делаете? Это мой товар, зачем вы копаетесь в моем товаре? Там еще $200 лежало вроде, да? Нет, вы сказали, что товар просрочен. Я молодой человек. Мясо? Да. Оно. Не ходи, пожалуйста. Я тут куда? Спасибо. Я просто не пойму, чей товар, говорят, что он пробит. Это мой товар, я вам сейчас говорю. Ну хорошо, мне нужно посмотреть срок, если вы будете. Зачем? Это мой товар. Вообще туда лазить нельзя, я запрещаю. Все. Пока что. Все, всему свое время. Что не так? Что мне ты хочешь? Мне сказали достать товар, посмотреть. Кто сказал? Вот мужчина стоит. Ну я первый раз его вижу. Я не знаю, кто это. Пусть первый раз лично будет слушать. Это мой товар. Вы его купили, все, да? Человек имеется, ваш товар. Она его сюда поставили. Я жду, он пока мясо хотел купить. А ничего, ты туда смотришь, что-то. Я вообще не знаю, что происходит. Взяли? Ну. А как свежий товар-то тоже не смотрели? Вы деньги-то забрали оттуда? Или они там? Я ничего не забрала. Точно, вам карман можете показать? А на каком основании? Здесь камера есть. Сейчас проверю. Если там нет $10, придется у вас искать. Нету. Давайте карман покажите. Сейчас я вам... На каком основании? Называйте сотрудник полиции. Что? Отказывайтесь. Кармана, да? Отказывайтесь. Я отказываюсь. Все. Все зафиксировано. Все. Ну, давайте тогда перейдем. Это уже просто провокация. Это же не провокация, это обучение. Провокация. Чтобы вы не лазили по чужим вещам. Зачем вы по моим вещам? Стоял молодой человек. И что? Да. Он вам чек показал? Ирина, смотрите, сейчас? Вон там, да, вот вон там мой товар, да, посмотрите. Я возвращаюсь обратно, его не буду покупать и уносить его. Что мы делаем с вашим товаром? Что вы делаете? Я вижу, что вы его перерыли, возможно, что-то оттуда забрали. Давай ближе к теме. Это весь товар просроченный. Я его, конечно же, вам верну с большим удовольствием, потому что такой я не употребляю даже под веществами. Поэтому можете... Убедиться, что он просроченный. Вот это мной приобретено не было, это не маркированный товар, протухший в прошлом году, я помню, я просто приходил, в прошлом году она лежала и тухлое мясо. Может, я могу открыть вам, у меня с собой даже есть кинжал. Открыть? А возможно... Открыть? Нет, зачем открывать? Тухлый? Ну, не маркированный? Я съем, если заходите. Здесь? Можно. Ну, давайте. Вот этот весь товар, он просроченный. Теперь... Чек, вот, видите, вы молодец. Вы обучаемый человек. Я именно поэтому к вам... И звал именно вас, Ирина. Говорят, вы старший за кассирами, да? Ой, куда чек потерялся? Дайте фотографию. С Ириной надо быть внимательнее. Она владеет некоторыми технологиями обмана. Да, ну давайте, раз вы не могу не доверять обманутым покупателям, поэтому я вам отдал любую информацию. Вот у меня есть чек, он сфотографирован, можете посмотреть. Мне нужен чек, чтобы я сделала, но произвела вам обратно. А без чека это нельзя сделать? Нет, поменяла на гора по городе. Отказалась Ирина возвращать просроченную продукцию без чека. А если потерял чек человек? Нужен чек, чтобы я сделала вам возврат. Ну, если он утерян там. А как же закон о защите прав? Ну, отказалась и отказалась. У вас был пробит по безналичному расчету, по карте. Но мы вам обязаны вернуть деньги на карточку. Да, я согласен. Да. Соответственно, нужен чек, чтобы я вам... Так вот чек, вот, знаете, вот фотография чека, смотрите. Вся информация есть. Можете делать... Отдайте мне копию чека через карту. Хорошо, я вам сделаю. Там дети в кадре у тебя. И что? И цену он опять неправильно говорят. А пробивайте по той цене, которой говорит покупатель. Да. Не дадим беззаконию тут процветать, пока мы тут. Да при чем тут возврат? Это ваш чек. Это ваш чек. Чек, верните.
сделайте копию себе, оставьте, а что к ней вернете? Естественно, я сделаю копию, отдам чек. У нас тут время непредвиденные. А вам сделали ту цену, которую нужно, да? Нет, я верну денежные средства. Просто зачем? Она отказалась от молока, за разницу в цене, заявленной, которую вам пробивают? Так нельзя. Люди не хотят, к сожалению, помощи. Люди не хотят помощи, хотя им предлагают бесплатную юридическую поддержку и сопровождение.